Через полвека в Иванове вновь высадился французский десант. Тогда, в 42-м, не до торжественных встреч было, да и хлеба не хватало. В сентябре исполнилось 50 лет с того времени, как пилоты Франции вступили в бой с фашистами в российском небе. Нормандия, Неман. Не просто имя авиационного полка. Это как клятва, как пароль. Альберт Марсель и Ролан де ля Пуап ценой высочайшего мужества оплатили свое право носить на груди золотые звезды героев Советского Союза. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ри-го, ла-ла-ра, ла-ла-ри-го, ла-ла-ра. Отважный летчик Морис де Сейн, возможно, дожил бы до наших дней. Но в том бою он не мог оставить механика Владимира Белозуба в подбитой машине. А парашют был один на двоих. Хранили их вместе. Не тебя окликал я. Бонжур, комарад. Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы с фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга. Во время войны с фашизмом нормальные люди не стали разбираться, кто какой нации и в каких разборках участвовали когда-то их предки. Они встали плечом к плечу. В небесах мы летали одни. Юбилей полка «Нормандия-Неман» — это праздник авиаторов двух стран, а потому и парад должен быть воздушным. В конце войны французские летчики вернулись на родину на подаренных им советских самолетах. И вновь на старте эскадрилья «Нормандия-Неман», а с ней наши небесные гусары, стрижи, русские витязи — это все название эскадрильи. Никого не пугает вид боевых машин. Когда царит мир, мастерство пилотов вызывает только восторг.